Алина выбор, в каком интересном наряде? В национальном, да. Австрийском костюме. Только почему-то низ в расцветке галматина. Не знаю. Неожиданное цветовое решение. Неожиданно, да. Тима, это корова, наверное. Корова? Да. Быть может. Расцветка коровы. Альпийской. Очень смело. Ну, в общем, да. Ух, смотри, какой элемент. Как да, это тоже ее фирменный. Сложнее, это да. Тоже ее фирменный элемент. Тоже в мире больше никто так не делает. Из казачка подняться наверх, и опять сверху опуститься вниз, и опять подняться. Это выше пилотаж. Да. Наверное, большая стоимость у этого элемента. Да, большая стоимость. И вроде мышц таких, как бы сильно развитых, нету, чтобы так виртуозно выполнять этот элемент. Ведь... Ну, я думаю, что это зависит от строения ноги еще. Да. Да. Она вот много делает этих казачков, видно, ей удобно, она их чувствует хорошо. Вот. Ах. И все. Если